В преддверии праздника Троицы, праздника Дня Рождения Церкви, мы поговорим о третьей ипостаси Пресвятой Троицы, о Духе Святом, о том, что такое хулана Духа Святого, почему она не прощается, а самое главное, поговорим о Церкви, о том, какой ее замыслил Бог в нашей передаче «Просто о вере» на телеканале «Самара ГИС» в понедельник в 19:30 вечера.